Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть Resident Evil Revelations. Да, и мы тонем. В последней серии, как вы помните, Крис пытался спасти наших героев, но в итоге оказалось, что он совершенно на другом корабле, который являлся точной копией этого. Это было странно. Так, хорошо. Что мы делаем? Капец. Обалдеть. Так, куда я иду? Ай, блин, что там с воздухом? Интересно, я могу задохнуться, нет? Ну, я думаю, могу. Ух ты, труба. Я не знаю, что она делает, но я думаю, она мне пригодится. Давай, пошел. Хорошее начало серии. Офигеть. Какого черта? Черт, я почти открыл, сказал Джилл. Чем бы еще при... Я проплываю насквозь, окей. Так, ищем что-нибудь быстрее. Ладно, запомним, что у нас вот здесь вот лежит труба. Где-то вот тут, наверное, лежит что-то еще. Честно, не знаю. Скорее всего, мы погибнем. Все, погибло. Хорошо начали. Ну, я думаю, это и сразу тонуть начало. Видите, как резко? Физика. Да, ну у тебя нафиг. Кому нужна физика? Так, а что делать? Я не понял. Ну, трубой мы пытаемся сломать, но у нас в итоге ничего не выходит. А что делать дальше? Так, первым делом заныриваем. Упс. Не туда. Труба. Хорошо. Так, я так понимаю, слева-справа у нас можно подышать? Да, похоже на то. А чем ты вообще выкидываешь трубу? Так, это явно не то, что нам нужно. Паркер такой, окей, мы умрем. Я ничего не буду с этим делать. Мне и так хорошо. Паркер, ты такой Паркер. О, еще одна. Здесь просто кто-то раскидал трубы. Отлично. Что характерно, я, как обычно, нашел сначала самую хорошо спрятанную, а потом уже то, что в более очевидном месте. Все, жим. Кстати, кто-то говорит, что у Паркера русский акцент. Это далеко не так. У Паркера английский акцент. Не обычный английский, а какой-то вот такой английской глубинки. Так, хорошо. Тем временем мы двигаемся вперед. Ящик оружейный. Круто. Так, подожди, она же у нас там находится. Мы только что недавно за Криса бегали. Ну, то есть, как только что, вчера, в предыдущей серии, мы бегали мимо места, в котором можно нажать. Там такой пульт, и я думаю, добраться до туда будет не так просто. Но за Криса, когда мы тут были, тут был пипец просто, конечно. Твари нападали штук по 5, по 6 за раз. Паркер. О, твою мать. Это было неожиданно. Ненавижу эту пакость. Иди сюда.
все, кажется, уехала. Фух. Вроде одна. Не работает. Капитан такой. Блин, вот Паркер, ну, я не знаю, закинул бы меня, что ли. Сколько вот жил весит? Килограмм 50, наверное, не больше. А Паркер весит килограмм 100. Он бы одной рукой поднял. Не, вот мне интересно, а как... Как все-таки туда попасть? Меня это всегда интересовало, но теперь мне это особо интересно. То есть и за Крисом мы тут уже пробегали, и за Джилой, и в итоге все равно ничего не получили. И прострелить нельзя. Оп. Странно. Скотина. Только захочешь куда-нибудь побежать и... На, сразу получаешь. Тихо. Паркер. Так, а мы слышим это... Это сирена, что ли, такая? Или что это? Да, похоже на то. Подожди, если это то место, о котором я думаю, то сейчас... Сейчас у нас все будет хорошо. Как же мне туда попасть? Просто здесь поблизости есть комната, в которой лежит какой-то чуть ли не золотой усилитель. И по ощущениям... По ощущениям взять его можно, только, я не знаю, там... Знаю какой-то важный секрет. Should hold us for now. I'll check the control system. Damn it, I don't have a signal. Maybe the antenna array is out. It's on the observation deck. Maybe we can fix it. I'm sure the view is nice. Me too. Let's move. We can climb up there from the hall. Отлично. Попасть на смотровую палубу и отрегулировать антенну. Что? Окей. Хорошо, будем ли мы менять оружие? Как минимум мы попробуем его улучшить. Вот наш оглушение, урон 2. Я думаю, для этого это будет прикольно. А что она делает? Увеличивать силу. О, прикольно, да. На самом деле хорошо. Так, что еще? Ну, сюда мы поставим... В принципе, тут и так все хорошо. Вот сюда мы поставим... Мы не сможем ни то, ни другое. Ну, пусть будет так. В принципе, меня устраивает. Подожди, я туплю. Не-не-не. Или нет? Я хотел сказать, я не тот пистолет. Нормально все. Так, и сейчас мы двигаем совсем далеко. Мне где-то надо найти. О, сейчас подъем будет серьезный. Так, это мы сейчас поднимаемся на лифте, потом проходим через вот эту хрень. Ой-ой-ой, это офигейше. Stop it. The water's still... It's okay. The bulkhead's closed. We just have to wait. Ой! Ты посмотри, хапнул как. Блин, это была ужасная визит.
Я полон ужасных идей. Все нормально. Ох, ладно, пойдем. Со Штайром в руках, наверное, удобно подниматься по лестнице. Штайр штука, не сказать, чтобы ухватистая. Так, ну что, подъем наверх? Больше тут ничего. Вроде бы ничего. Так, это что? Сканер карточек. Это мы, видимо, потом получим. Как-нибудь совсем потом. Подвинься, Паркер. А насколько корабль был похож на этот предыдущей серии у Криса? Офигеть просто. Абсолютный клон. Quint learned there were two ships during his investigation. You must be on the Queen Zenobia's sister ship. Jill and Parker are probably being held on that ship. Have you been able to locate it? No, but I've got my top people on it. How much time has passed, right? Correct. It's possible that up until a few hours ago, the ships were traveling together. Search the area and see what you can find. Roger that. Нас ищут. Уже хорошо. Лишь бы успели. А, но с другой стороны, это Resident Evil. Они всегда отличались хэппи-эндами, поэтому они успеют, не волнуйтесь. Так, улучшалка по-прежнему лежит, которую мы не взяли уже давным-давно, когда спускались вниз. Не убежала. Да и кто ее тут возьмет, все мертвы. Так, и мы идем... Вот если я пойду сюда, то попаду я не совсем понятно. Оно? Да, такое ощущение, что я туда пошел куда надо. Такое ощущение, что сейчас какой-нибудь чужой отсюда прибежит, да? Любит такую хрень, как вентиляция. Ой, это что еще такое? Офигеть теперь. Ну, вообще круто. Нас еще кровавыми соплями обдало. Так, я понял. Этих штук нужно опасаться. Постоянно появляются новые монстры, один неприятнее другого. Что-то я раскатил. Who knows? We haven't seen hide nor hair from them since that video. Yeah, I don't like. Sooner we get to the observation deck and contact HQ, better. At the very least, I hope they've picked up Chris's whereabouts. Хорошо. Винтовки не лез. Так, и мы по-прежнему... Ой, по-прежнему говорю, мы приперлись в казино. В казино у меня с этим местом только плохие воспоминания. Надеюсь, отсюда никто не полезет нам. Так, что за привязка? Увеличивает останавливающее действие пули на стопор. Ух ты, прикольно. Штайр крутой, конечно. Так, туда идем, нет? Вроде бы. Да, мы сейчас выйдем в большой зал, и там уже будет ясно, куда идти. Эта дверь не откроется. На Семирамиде вы помните, да? Оттуда выбежало целых два огромных страшных монстра.
Ой, обожаю это место. Очень красиво. Самое любимое место на корабле. Что? Did you hear that? Мы во что-то ударились? He's with you. Куда? Ну, окей. Тогда ничего. It's moving. Good. Now we can get to the observation deck. Все, поехали. На самый верх. Ой, это круто. Хотел сказать, это будет круто. Ох, офигеть. Это что за хрень еще? Так, нужно дробовик брать. Странная хрень, не хочу знать. Просто убиваем ее. Паркер, стреляй, пожалуйста. Да стреляй ты, япономать. Чуть не понравилось ему, да? А, хорошо. Ой-ой-ой, какая пакость. Смотри, как быстро. Хорош. Ох. Неприятная тварь. Is it gone? Are we in the clear? Мы на свету, говорит. Перевод. Да, неприятная была тварюшка, это просто пипец какой-то. Я думаю, на пути обратно мы с ней поближе познакомимся. О, смотри, какой вид. All right, we're finally here. And it's night out, so there's nothing to see. Так, дробовик пустой. Давайте пока поменяем его на винтовку. Во, как хорошо. Ну, место на самом деле очень крутое. Сюда народ приходил отдыхать. Ой! Ой, вот. Да вставай ты уже, ну. Так, снайперская винтовка не самое лучшее оружие. А, да что? Блин, случайно попал. Ух! Офигеть! Офигеть! Так, что-то мне совсем все это не нравится. Но он меня зажал, отлично. Да блин, господи, как этот поворот работает.
Только думает, что научился его делать, и он сразу же перестает получаться. Так, понял. Спокойно. Он подходит, как плохо. Тихо. Так, спокойно. Блин, это на самом деле печально все очень. Гранаты, в принципе, я думаю, нам помогут. Паркер, выводи его сюда. Слишком близко. Попал. Так, спокойно, без нервов, уважаемый. Короче, как-то вот так. Уходим. Блин. Да япона мать, я же нажимаю кнопку и в сторону. Ой, как-то слишком неудобно в этой игре сделали у ворота. На мой взгляд. Ну блин, давай с тобой, ну. Так, ну что? О, хотя бы в спину стреляй тогда. Как-то с неохотой. Вот теперь получилось. С неохотой он такой дохнет. А, блин. На. Я даже не пойму, на что это похоже вообще. Давай уже стартуй куда-нибудь. Добавлю. Вот так, хорошо. Фу, какой ты неприятный парень. Ну, вроде умер. 6 сил дали, просто смех. Еще 6. Это нормально? Ну, окей, одна аптечка. Все, разрядился, скажем так. Что это было вообще? Не совсем похоже на человека, я бы сказал. То есть совсем не похоже. Да. Нафиг. Так, ну дробовик бы мне тут, кстати, не особо пригодился бы, я так понимаю. Потому что по большей части на расстоянии бои были. Ну, ладно. Вот опять же, вот эти боссы, они вот в современных играх, если так подумать, то боссы, по сути, не встречаются практически. Бывают серьезные противники пару раз за игру. А здесь вот это вот четкое разделение на уровни и
Луч карты Ви. Вот, вот это хорошо. Тоже, короче, игра такой генеральный, мохнатый, олдскул. Это круто. Первый дневник агента Вельтро, 2004 год. Наконец-то мы реализуем свой конечный план. Придумал этот план наш лидер и соратник Джек Норман. Впервые услышав его, мы сомневались, что его удастся провернуть. Но сейчас настало время притворить этот невероятный план в жизнь благодаря стальной воле товарищей и тому, кто поддерживал наши идеалы своими властью и влиянием. Он подготовил эти корабли для нас. Эти лайнеры класса люкс – символ деградации человечества. Они станут подходящим вместилищем для вируса, который произведет очистку человечества. Мне поручено войти на борт королевы Зеноби для выполнения нашей миссии. Бернард Корти. 2004 год. За 12 часов до начала миссии. Тело дрожит, и я не могу унять дрожь. Может, это волнение или страх, или то и другое. По секретной лаборатории в скловом блоке снуют странные организмы, созданные вирусом. Так, в скловом блоке у нас лаборатория секретная. Ух ты. Вирус растворим в воде, и тот, кто выпьет такую воду, превратится в монстра. Следящее биооружие выброшено вне объекта. Оно разнесет вирус по земле. Что значит следящее биооружие? Упадочное бельмо, которое является собой плавучий город, скоро превратится в сущий ад на земле. Мы должны создать людям ад, иначе они навсегда останутся зашоренными. Так выразился Норман. Если наш седой финансист верит Нормана, то мы, служащие ему, тоже должны верить. Бернард Корти. Фанатики. Что с них взять? Офигеть, свежий воздух. To take in the fresh air again. We got a lot more than we bargained for on this ship. Yeah. We've been fighting for our lives this whole time. I hope we can catch our breaths after checking in with HQ. Хорошо. Мне кажется, что они сейчас не смогут выйти на связь. Больно уж. Гладко все шло пока что. Я имею в виду сегодня. Ну, попробуем. I'll check the antenna's wiring. А, сейчас очередной ребус. Так, что мы имеем? Ух, это может быть интересно. Так, это сюда, сюда, это сюда как-то, это сюда, отлично. Так, я понял. Подожди, не так. Так, нет, это так. Так, и это и так. Как обычно, легче легкого. Думаю, говорит, это сработает. Да, попробуем. Это необходимо. We did it. Boss, it's Parker. Shit hit the fan here. It hit really hard. Дерьмо, говорит, упало на вертолет, причем очень сильно. Они на эту гадость попала в вентиляционную систему. Director O'Brien, we've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force? Go on. Yes, sir. Apparently Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion, are we?
looks like somebody's found the Queen Zenobia. Вообще-то он сказал типа, ага, теперь вы, говорит, делаете свой ход, что-то в этом духе. Они быстро, они. Короче говоря, решили нас накрыть. Parker! HQ, what's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix is activated. They're aiming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites have destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss, get us out of here. Sorry. But I can't authorize that. Офигеть. Нормально. Так, а таким макаром прошли 6-й эпизод «Кошки-мышки». Ну, могу сказать, что это было интересно. То есть, блин, все, что происходило в этой миссии, последний босс, я его вообще не понял, он какой-то был... с чего оно вообще вырос? Это какое-то непотребство было. Но было довольно забавно. И в целом, блин, особенно под конец вот этот поворот. Что-то у Брайана мутит, да? Не знаю, но думаю, мы скоро разберемся. А на пока что это все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.